Всех приветствую на прохождении игры под названием «Поместье лордов». Вроде бы так, если я правильно перевел. Так, это стратегия, как вы поняли. Так что давайте разбираться, давайте смотреть, давайте вместе изучать. Так, где мы находимся? Ага, вот наш участок. Я так понимаю, мы здесь можем с вами захватывать потом территории. И дальше уже расширяться. Ну, давайте начнем с самого начала. Что нам нужно? Нам нужно будет с вами первое сделать как-то камеру получше, потом зайти в меню, построить лесопилку. Потом мы с вами, конечно, это все перенесем для того, чтобы мы могли строиться там, где я хочу. И что мне понравилось в этой игрушке, когда нажимаешь вот сюда вот, то вот наш персонаж, вот наш лорд, и можем смотреть, как наши люди строятся. Только все прикольно, но игрушка требовательная. Я не знаю, чем больше, наверное, буду строиться, развиваться, тем больше, наверное, меня будет лагать. Так что посмотрим, сколько будет серий. Хотелось бы, конечно, побольше, но если будет хотя бы штучек 5, то будет хорошо. Все, они построились, да? Да, построились. Они сейчас теперь будут добывать нам древесину. Отлично, возвращаемся назад. Возвращаемся назад, назначаем сюда двух человек. Все, отлично, что нам нужно? Нам теперь нужно понять, где у нас тут есть мясо. Мясо. Куда мы можем построить? Это ж мясо, правильно? Месторождение глины, нет, не то. Ты кто? Кусты ягоды. А, кусты ягоды, значит, мы ставим с вами вот сюда. Есть, отлично. Железо нам пока не нужно, нам нужно мясо, охотничий домик. Можем поставить? Мы не можем, потому что... А, нет, вот есть. Долина зверей. Все, есть, отлично. Ставим его вот сюда поближе. Делаем скорость побольше, чтобы они строили. И потом нужно будет построить хозяйство. Первого уровня 5 штучек. 5 домов. Так, давай раз. Так, вот. Отлично, все, строим. Но потом мы его перенесем с вами. Что здесь у нас? До меня дошли рассказы о ваших свершениях. Я хочу защитить свои права и свое доброе имя. Написать это письмо, закончить разговор. Надеюсь, вы не будете судить обо мне по тем слухам и сплетням, что распространяет. Ага, закончить разговор. Отлично. Мы потом с вами перенесем наше поселение вот сюда. И здесь мы будем с вами уже строиться. Но для начала нам нужно будет сейчас, чтобы они построились. Добывали еду себе. Так, давай одного назначим. И назначим одного вот сюда, чтобы ты добывал нам ягоды. Дальше продолжим. Так, отлично. Так, одному из поселенцев присоединились родные, да? Семья требует большое место под свой ларек. Да, ларек у вас будет. Сейчас мы построим 5 домов. Пусть они здесь начинают строиться. Потом это все перенесем. Или даже, возможно, разберем. Я хочу перенести вот все сюда. Так, они там добывают нам мясо. Давай мы возьмем... А почему не могу? Почему не могу? Что не так? Вот тут хочу построить. Так, раз. Два. Много домов строить не будем. Давай, наверное, как-то так, только... Во, вот так можно будет сделать. Только как-то неровно, да, все? Кривенько, косенько. Хорошо, давай заново. Давай заново, чтобы было ровно. Должно быть все красиво. Все, отлично, ровно. Тоже не, видите, как-то... Блин, мне вот это вот не нравится, как оно строится. Если честно, мне это не нравится. Давай его туда... Как-то вот так попробуем. Блин, ну будет, знаешь, косо-крыво. Ну, что я поделаю, правильно?
Будет косо криво, ребят. Ну, сори. Так, давай, начну это строительство. Дальше мне нужен колодец. Где мы с вами колодец поставим? Давай, наверное, где-то... Я даже не знаю. Может, где-то вот тут? Либо нет. Так, что у нас тут? Мясо добывается? Мясо вроде добывается. Здесь тоже хозяйство есть. Хорошо. Нужно будет его потом снести. Так, мне нужно определиться, куда мы здесь с вами колодец поставим. И нам нужна дорога. Так, нужна дорога, нужна дорога. Сделаем, и, наверное, пока месь. Вот так вот. Отлично. И выведем ее... Стой. Выведем ее... Вот так вот, во. Можно тогда, значит, колодец куда-то сюда поставить. Пару штучек. Согласны? Так. Все. Шикарно. Раз. И как-то... Два, наверное. Так, что это такое? Рынок. Ага, да. И нашим... Разумным нужен будет рынок. Рынок мы сделаем с вами побольше. Наверное, вот такой вот. Ровно? Вроде ровно. Хорошо. Тут у нас будет с вами рынок. Дальше что? Церквушка нужна будет. Но тоже это... Пока мест до нее рановастенько. Так, что еще нужно... Что еще нужно сразу нам сделать будет? Где оно? Ага, яме. Яма, яма для трупиков. Так, яма для трупиков пусть у нас с вами будет. Ну, пусть тут. К сожалению, по-другому ее сюда не перенести. Так, хорошо. И нужно, наверное, наших дровосеков тоже перенести, переместить вот сюда поближе, чтобы они... Здесь у нас с вами работали. Давай вот сюда, наверное, их перенесем. Мне нужна дорога. Так. Вроде ровненько, а вроде косенько, да? Косенько кривенько. Ну, что поделаешь? Хорошо. Давай строительство вот сюда переносим. Разрушаем те дома и стараемся, чтобы мы жили здесь. Так, потом что нам нужно будет с вами построить? Дровосеки. По-любому. Тебя тоже вот сюда. Дальше нужен нам будет амбар. Нужен будет нам склад. И пока мись вроде... Всё. Давай смотреть. Так, высокий уровень. Высший. Отлично. Можно либо его закончить. И не трогать пока мест нам эти домики. Так, мне нужна лесопилка, ребят. Так, припасы. Хорошо. Мы можем тебя... снести, да. Возможно, они заберут сейчас отсюда дрова. Снесут дрова. О, все. Шикарно. Вы же здесь еще работаете, правильно я понимаю? Да, по одному человеку до работы. Доступны новые отряды наемников? Нет. Но до отрядов наемников еще рано. Мне нужно, чтобы они здесь закончили. Ага, вы яму, да, делаете? Не, яма мне не нужна. Мне нужно лес, чтобы вы мне сделали. И потом уже все остальное. Ну, ребят. Давайте тут нажмем, наверное, на паузу пока. И пусть занимаются... Чисто теми делами, которые им нужно заниматься. Ну, построили лесопилку, пожалуйста.
Не строй домик, построй лесопилку. Давай, 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 давай. Я понимаю, что им долго идти до этого всего. Ну вот, лежат же припасы, хранилище. Просто подойди сюда, забери. И начни строить. Во, началось. Отлично. Все. Шикарно. Да, им просто долго переносить это все. Я же говорю, нужно будет потом все полностью отсюда перенести в амбары. Так, ягоды 42. Приближается зима. Мясо. Мясо 5. Отлично. Ага, часть припасов испортилась. Ну что я могу поделать? Ничего не могу поделать. Давайте, зайчики, стучите молоточками. Потом достроим с вами амбар. Хранилище. Нужно будет дрова делать и сразу, чтобы они строили нам дом. Так, надеюсь, мы ноябрь с вами переживем. Как и всю зиму. Так, что по рынку? А на рынке у нас пока есть ни топлива, нету ничего. Хорошо. Все, отлично. Сейчас буквально, думаю, минутку. Просто если сейчас включу обычную скорость, то это будет очень долго и нудно. Вы видите, как они передвигаются. Так что давай включим ускоренную. Нужно потом будет построить где-то вот факторию, и нужно будет потом зарабатывать денежку. Так, ага, вы начали туда строительство. Так, давай двух человек. Что нужно? Бездомные, хорошо, рабочая зона пустует. Товары, товары, не защищены. Сейчас будет все защищено. Сейчас наши люди начнут тут работать. И вроде будет все защищено, если не ошибаюсь. Кто ты? Так, дровый сек. Амбар. Угу, и склад. Все, работает же, да, работает. Один из одного. Но мне нужно будет потом переключиться на строительство наших домов сразу же. Перед тем, как строить что-то еще. Потому что сейчас наши люди замерзнут и все. Так, давай очень высший. Давай выше сделаем. Потому что если сейчас наши люди замерзнут, то это будет очень печально все. А мне бы этого не хотелось. Если честно. Да, надо было изначально, наверное, там строиться, но... Ну, уже как есть. Это уже как есть. Так, отлично, хорошо. И сюда, да, ты положишь, я думаю, один. Да. Есть, отлично. Хотя бы сейчас один домик с вами построим, чтобы было кому жить и кому работать. Давай, ребят, высший приоритет. Все, отлично, и давай стучать. Давай стучать молоточком. Так, дорога. А где наши дома строятся? А наши дома, по-моему, где-то вот тут должны строиться. Да, нам тут первый домик должен построиться. Так, подождем. Ну, я не хочу вас торопить, но можно чуточку быстрее это все делать. Потому что зима пришла, а нямать нам-то нечего.
все, отлично, строится. Так, что по поводу монет 100? Угу. Все, первый домик есть. Сейчас они закончат строительство домов, и потом они начнут пилораму, да, строить. Так, сколько тут домиков мы сделали? Раз, два, три, четыре. Угу. Ну, для маленького поселения, в принципе, реального этого должно будет хватить. Тем более, лесопилка здесь рядышком. Надо было, наверное, построить здесь еще штуку для выращивания леса. Ну, ладно. Может ее построить вот здесь. Где ты? Да сюда. Так, работники, сажать поблизи деревья. Можете. Во. Вот так можно будет сделать. Как думаете? А потом туда назначить рабочих. И они как раз будут сажать у нас тут деревья. Мне главное вот эти вот деревья вырубать, которые у меня здесь возле домов находятся. Надеюсь, наши лесорубы достают до нас. Ну, чтоб вот этого вот не было. Всего. Так, вы работаете? Да, работаете. Отлично. Дальше домики тоже строятся. Так, давай повернем. Давай повернем и посмотрим. Да, нам нужно будет тут еще домик лесорубов поставить, чтобы они вот эти вот деревья все здесь повырубали. Они-то, в принципе, мне это не мешают, но я не вижу наших домов. Так, колодец тоже выше поставим. Давай, занимайтесь. Можно не разговаривать, можно заниматься делом. Буквально одно бревно. А пить-то всем хочется. Во, все. Колодец есть, отлично. Теперь у наших людей есть колодец, и мы сможем выпить с вами вкусной чистой водички. Так, но мне по сюжету нужно еще два дома построить, а все остальное мне уже потом, в принципе, не важно, чтобы они занимались уже амбарами, строительством. Так, сторожка лесника нет, яма у нас есть. Пока мы назначать людей не можем. Если мы сейчас начнем назначать людей, то не будет для строительства граждан. Так, давай посмотрим, что мы можем еще с вами сделать. Колодец есть, рынок мы поставили. Корчма и церковь, да? Корчму можем поставить здесь? В принципе, да, можем. Только опять же, как-то все неровно. Я думаю, нам пока здесь корчма не нужна. Я думаю, тут корчму и церковь с вами поставим. Мне нужно будет построить вот торговлю. Ну, торговля, пункт торговли мы поставим с вами. Давай, наверное, куда-то вот сюда. Будем делать на... Это как его? На пилораме. Вот эти вот штуки. Где вы? Вот доски. И будем их потом продавать с вами. Так, ну что тут домики наши строятся? Потихоньку, помаленьку строятся. Да, ну это хорошо. Так, еда заканчивается. А что мне сделать? У вас, по идее, здесь должна быть еда. Вот, у вас ягоды здесь. Да, хранилище. И есть же хранилище с мясом. Где наше мясо? Вот наше мясо. Угу.
Ладно, ладно. Давай, ускоряем. Ускоряем, ускоряем, ускоряем. И по-любому мне нужна будет с вами фактория. В любом случае, из-за того, что нужно будет потом для наших граждан улучшить, добавить. Вот можно, чтобы они выращивали либо кур, либо коз, либо огород у них был. И потом они это все будут продавать вот на рынке. А пока у них ничего нету. Так что ждем, пока миссия не закончат. Вроде остался один домик, если не ошибаюсь, да. Остался один домик, отлично. Давай отсюда. Очень высокий, выше. И давай заканчивай, пожалуйста, строительство. Пока миссия накрыться, есть еще еда. Здесь, конечно, можно и поле поставить, но для полей я еще не уверен, нужно ли здесь начинать поле, либо нам сюда его просто выводить куда-то влево. Давайте, наверное, начнем с чего-то малого. Так, высший, хорошо. Так, ты кто? Если тебе одну штуку... Ага, для строительства, вот видите, не хватает людей. Опа. Значит, мы пока мисс туда нанять людей не можем. Будем ждать, пока мисс... Здесь у нас люди появятся и будут жить. Так, что у нас по поводу семей? Доступ к воде есть. Доступ к воде. Доступ к воде, уровень духовности. Ага, тебе церковь нужна. А церковь я не могу построить из-за того, что у меня нету досток. А доски не могу делать, потому что у нас все люди заняты. Так что как-то так, новое сообщение. Так, я думаю, силы не встать без крепкого ополчения. К счастью, только что прибыла партия оружия. И теперь вы сможете созвать под свой... А, под свои знамена первую когорту. Угу. Однако по мере роста поселения вам понадобится еще больше оружия. Так что надо будет изготовлять его или привезти из других регионов. Пора собирать ополчение. Нет, до ополчения нам еще... Еще не. На ополчение еще рановастенько нам с вами. Так, можно ускориться. Можно ускориться. Мне нужно есть. Склад есть. Хорошо. По идее, сейчас на склад должны к нам будут продукты, да, вот, приносить. Большие щиты, материалы. Так, дополнительно. Кожа, еда. Нет, это не то. Ага, значит, нам бар нам нужен. А, 10 камней, да? А 10 камней у нас находится вот где. Значит, придется убрать кого-то с лесопилки, чтобы добывать камни. Так, где у нас камни? Где у нас камни? Запах рыбаков. Угу. А где каменоломня? Мельница. Овцеводы, не то. Погоди, а где камень? Не понял. А, вот камень. Хорошо. Тогда вот сюда, высший. Убираем одного человека с добычи дерева. И все. И больше у меня, по-моему, никого нету, да? Если не ошибаюсь. Тут тоже по одному. Ну да, здесь тоже по одному. Только я не уверен, носит ли он продукты 47 у нас. Носит ли он их... сюда на рынок либо в амбар. Так, каменоломня, высший, но приоритет. У нас есть вообще камушки с вами? Как посмотреть?
Где посмотреть? Не знаю, тут где-то склад должен быть. Возможно, там будет. Так, давай, амбар 3 из 10. Ну, где-то они таскают камни. 4 из 10. Где-то они камни таскают. Возможно, мы даже... И сможем построить. Да. Ага, у нас 30 камней есть. И 104 бревна. Хорошо, отлично. Камни есть, значит. Так, что нам нужно здесь? Мне нужна торговля. Дополнительная торговля. Где ты? Что я хотел продавать? Доски. Вот, доски я хотел продавать. Давай за 12 купим. Учредить торговлю за 12. Есть, да. Так, нужно количество избыточных товаров. О, пусть будет так, как только мы начнем с вами добывать доски, будем продавать их. Так, что по поводу семей? Так, люди... Ждет, погоняет, ага. А сколько у нас людей? Почему у нас так мало с вами людей? Кто мне скажет? Амбар, все отлично. Дополнительно здесь мы будем хранить с вами еду. Если добавлю человека. Не, давай, наверное. Давай, наверное, мы добавим лучше дровосеков. Амбар. Так, пилорама. Это мы здесь добываем с вами... Ага, пильная яма. Да, сейчас, по идее, мы будем с вами добывать... Встреча завершена, лайкер, комментируйся, да. Будем как раз добывать то, что мы будем с вами продавать. Вроде бы как бы доски. Сейчас главное, чтобы они пошли. Бревна, материалы. Нужно еще будет на... Вот сюда добавить. Где дрова у нас. Добывают. Чтобы наши люди не мерзли. О, одну штуку добавили. Все. Отлично. Теперь мы можем с вами сюда добавить... во-первых... Огород. Давайте добавим. Здесь мы добавим с вами... курятник. Здесь мы добавим с вами козлятник. И тут добавим с вами, давай, огород. И все, больше ничего не добавим, у нас монеток нету. Во, они сейчас будут выращивать здесь еду. И будут, по идее, торговать потом здесь пищей. И таким образом, по идее, мы сможем с вами хоть немножечко... обеспечить наше поселение. А потом, когда у нас будет с вами рабочие здесь, почему они не работают, это я не могу понять. Доски. Почему наши доски не делают? Когда будем доски продавать, тогда пойдут денежки. Так, в чем проблема? Почему вы не работаете на досках? Так, амбар. Нет, не то. Вот, доски. Ага. А ты? И туда. Вроде бы пошло дело. Либо нет. Вроде бы да. Только не могу понять, почему они этим не занимаются. Хотя бревна носят. Ребят, бревна носят. Отлично, но нам нужны материалы. А где посмотреть доски? А, 5 штучек досок у нас уже есть. Отлично. А нам нужно для церкви нам сколько? Не помните? 20, по-моему. Да, нужно 20 штучек. И думаю, где-то здесь можно будет потом церковушку вот эту вот поставить. Вот так вот.
Так, 5 штук доски. Хорошо. А можно немножечко побыстрее? Я понимаю, что торопить может некрасиво. Десять штучек, отлично. А если мы... А, мне не хватает людей. У нас не хватает людей. Мне нужно, чтобы в нашем поселении пребывали люди. Так, что у нас по поводу еды? Давайте смотреть. Разнообразие. Мясо, рыба, овощи. Вы будете овощи делать? Или не будете? Так, что у тебя? Запас топлива на рынке. Запас топлива на рынке. Да, потихонечку поступает. Еда, запас одежды на рынке. Хорошо. Но вроде бы... Как бы должно хватать. Вот тут бревна делают. Так, снести. Угу. Пилорама. Что у нас тут? 15 досток. А мы продаем с вами за сколько? 15, 15. Так, а ты где вообще? Ага, ты только едешь, да? А, он отсюда только едет. Понял, сильно долго, братиш. Реально сильно долго. Мы успеем с вами и церквушку сделать. Что это такое? Товары я не зашли на складе. Хранилище. А вот это я не могу перенести. И это я не могу перенести. Это все переносят наши люди на склад. Только когда мы назначаем людей на склад. Во, вроде что-то несет. Ладно. Что по поводу церквушки? 15 бревен. Маловастенько. И долго работаете. Долго работаете, ребят. А не могли бы лесорубы сходить сюда и... И забрать... Вот эти вот деревья все. О, 20 досок. Давай, ребят, пока у нас есть возможность, мы построим с вами церквушку. Вот так вот сюда. И вот эту вот штуку. Вот для церквушки. Будет у нас... Бар и церквушка будет. Так, хорошо, давай рабочего одного уберем из досок. Хотя не знаю, блин, погоди. Если сейчас уберу человека с досок, то... Он не будет нам зарабатывать денежку, а денежку нам нужна. Тогда давай, наверное, уберем тебя. Дрова вроде у вас еще пока месть есть у людей, да? Топливо 100%, да? А, 100% только у 5 человек. Угу. Разнообразие. А эти дома пустые? Я могу понять. Люди. А, да, эти дома пустые. Нужно, чтобы вот эти вот дома еще заселяли. Хорошо, надеюсь, когда мы сейчас с вами сделаем церквушку, люди поедут. И да, и на нас, по идее, тут кто-то должен будет с вами нападать рано либо поздно. Тут есть NPC-шный, вот, вот этот вот. Походу, он будет на нас нападать потом. Так что нужно будет нанимать армию. Да плюс нужно будет вот это вот место занять, тут есть рыба. А чтобы занять это место, мне нужно его будет купить, по-моему, если я не ошибаюсь. Либо купить, либо завоевать. Вот это вот я не помню. Так, залежи железа. Хорошо. Тоже нужно будет потом построить. Так, горн. Это не то. Карьер. Железную руду, залежи железы, глину. Так, вот так, да? Вроде бы. И потом нужно будет глину. Вот так. И все. И вот еще. Чтобы я не забыл. Поставим. И потом уже пусть сами строят. Так, что у нас по поводу материала? 5 доски. Хорошо.
торговля. Так, а, не торговать, вывозить, правильно? Так, торговое правило, продавать, пока не будет накоплено нужное количество избыточных товаров. Вывозить, все, отлично, поддает мой шум, оно не продается, я не поставил вывозить, хорошо. Ну, мы можем сюда и ввозить, конечно, все нужные продукты. Но это сильно дорого, как по мне. Так, мясо по 3, да? А я продаю по 5. Ладно, накопим и, возможно, потом откроем. И будем завозить себе сюда мясо. Угу, 10 камней. У нас же 6 камней. 20 камней есть. А здесь что нам нужно будет? Строительство. Ага, чисто доски. Так, доступны новые отряды наемников. Не, нам пока мест наемники нам не нужны. Мы хорошо, в принципе, начали. Это будет наше, наверное, стартовое поселение. И нужно будет потом как-то здесь обнести это все заборами. Ну, я думаю, со спины на нас же нападать никто не будет, правильно? Здесь же закрытая зона. И со спины вот тут никто не должен нападать. Не знаю, видно ли вам стрелочку, либо не видно. Но, думаю, вы поняли, да? Что на нас пойдут слева чисто. Так что нужно будет потом как-то построить здесь забор так. Либо нет, либо да, посмотрим. Либо перенесем наше строительство в дом куда-то в другую сторону. Может сюда. И здесь мы уже с вами обнесем и забором. И всем остальным. Но пока месь рано, нам нужно пока месь... Наши люди начали торговать. Так, 10 штук, хорошо. Что по поводу еды, ребят? Так, разнообразие. Мясо 1, хлеб 1. А молоко, рыба, да. Ага, ну до рыбы нам тоже еще рано. Так как рыба у нас находится вот, вот здесь вот. На замерзшем озере. Так, давай спустимся. А вы строить не хотите? Что здесь тихо? Хорошо, сейчас они построят церковь, и нужно будет отправить кого-то на дрова. Потому что наши замерзнут. Топливо пока 100%, да, у всех есть хорошо. Разнообразие в пище не у всех есть. И одежда тоже. Так, если не ошибаюсь... где ты? Сыромятня, да? Работники делают кожу. Вот это оно. Это мне штука тоже нужна будет. Давай ее, наверное, построим где-то. Давай недалеко вот тут поставим. Согласны? Во. И как раз здесь им будет нужна кожа. Вот одежда, кожа. Хоть чуть-чуть, но будет привлекательнее. Все, отлично. Церквушка начала строиться. Церквушка начала строиться. Давай посмотрим. Только плохо, что ускорить нельзя это все. Так, здесь лес рубают. О, давайте посмотрим на курятники. Как они тут обустроены. Ага, вон козы. Давай сбегаем к козочкам, посмотрим. Шо ты, зайка, а шо ты тут стоишь? Не замерзла? Не? Тебе все хорошо? А, ты жуешь, да? Ты жуешь-то на чили. Ладно, не будем мешать. Пусть дальше жует, а нам нужно по-быстрому церквушку вот эту достроить. Ну? Давай еще чуть-чуть.
Только нужно будет еще ждать, пока здесь наши дома еще заселят. Из-за того, что... Из-за что мало людей. Всего 5 домов. Ну, вы сами видите, никто не хочет приезжать сюда. Никто сюда не хочет приезжать. Ну, последний камушек. У нас же есть камушки. Да, и камушки есть, и доски есть. Торговля. Ну что? Когда ты начнешь их продавать? 25 избыточных, да? Понял. Ладно, пусть будет 25, мало ли еще пригодится. Так, ну что ты? Прибыла новая семья в хозяйство. Вот, отлично. Что я хотел? Я хотел добавить сюда одного человека. И, наверное... Наверное, что я еще хотел? Так, не, в корчму пока мы добавлять никого не будем. Блин, я кого-то еще хотел добавить. Так, амбар. Склад. А, тут где кожу мы делаем. Вот, вспомнил. Нужно будет сейчас сюда еще добавить человека. Чтобы у наших людей была возможность покупать кожу. Так, у нас с вами 8 монеточек. Надеюсь, когда мы наберем нужное количество, мы начнем торговлю с вами. Так, 25. Что у нас тут? 25 досок. А зачем нам 25 досок? Зачем так много? Может, 20 оставить? Давай 20 оставим. Так, меньше избыточные товары. Да ладно. Пусть будет 25. Так, давай сюда посмотрим. Надеюсь, нам семья, которая новая приехала, она сможет тут начать работать. Все, работает, да? Ага, и у нас теперь не хватает работников. У нас теперь не хватает работников. Но у нас вроде все есть. Нам вроде ничего строить не надо. Пусть они сделают кожу. Сейчас мы посмотрим, как она будет. Так, ага, мяса вообще нету. Но мясо-то у нас есть. Вы сами видите, что мясо у нас вот находится вот здесь. Вот, люди. 3 штуки есть. Но я так понимаю, они пока мясо их донесут, да? Я понимаю, они их пока мясо донесут. До дома. До рынка. Это будет очень долго и нудно. А ну, куда ты идешь? Давай за тобой понаблюдаем. Так, церквушка, церквушка. И на рынок, правильно я понимаю? Да, на рынок все. Значит, мясо должно появиться. Вот. Ага, но это сильно долго. Это реально сильно долго. Но по-другому никак. По-другому никак. Так что, как говорится, excuse-moi, ребят. Так, отлично. Кожа поступает, одежда есть, до 86%. Так, что у нас тут? Удобство, удобство, запасы еды на рынке. Угу. Запасы одежды на рынке. Но зато уровень духовности. Удобство. В принципе, нормально. Так, что тут? Торговля. Ну, у нас уже 30. Уже есть 30. Досток. Мы будем их продавать? Либо не будем. Так, встреча завершена, карьер. А, ну да, мы же с вами карьеры еще строили. Надо будет их про них не забыть. Так, ага. То есть ты только едешь, да? Правильно понимаю? Ты только едешь. Отлично. А где ты едешь? А, ты у нас, да? Ну, по идее, он сейчас должен будет... забрать у нас товар, и мы должны будем заработать денежку. Так. Ага, родные даже приехали. Отлично. Отлично. Так, надеюсь, нам этого леса хватит для наших потребностей. Так, что мы можем? Мы можем тебя ж улучшить, да, по-моему? Да, мы можем тебя улучшать, но...
Но улучшение еще рано. Нам нужно разобраться будет, во-первых, сейчас с полями, во-вторых, с торговлей. И добавить каждому домику огород, морковку, может что-нибудь еще такого плана, пивоварню. Посмотрим. Возможно, у них будет чисто огород здесь. А остальных, когда мы будем строить, не знаю, может где-то здесь, либо на новом месте. Тогда им уже и сделаем второго уровня. Так, а здесь тебя улучшить нужно будет. Ну да, я не могу пока улучшить. Потому что запасы еды на рынке очень мало. Но, по-моему, мы можем здесь построить саму ферму. И выращивать эти, как его, овец, вроде бы как бы, да, торговать мы можем потом с вами. Рыба, яйца. Не торговать. Так, доступны новые отряды наемник. Не, мне это не надо, мне нужно понять, почему. Почему он не торгует? Почему он не торгует? Как на него посмотреть, где он находится? А ты где, парниша? Ты где-то рядышком, да, я так понимаю? Вот это что, я не могу понять, почему он не торгует. Где ты? Где ты? Хотя торговля должна идти. Или я не разобрался, или он меня обманывает. И не хочет просто продавать. Хорошо, если я сюда человека одного добавлю. Вроде люди ж ездишь. Могу себе позволить, правильно? И... Так, а в амбар оно одного. И на склад себе одного. Смогу позволить? Смогу вроде бы. Да, вроде количество людей... Так, нет неназначенных, отлично. А если я отсюда уберу одного? Неназначенных, все. Шикарно, понял. У нас больше нет людей, чтобы назначать. А, 18 монеток, все, есть, ребят, начало работать. Начало работать, торговля пошла, 18 монеточек. Ну что могу сказать, шикарно, поздравляю, мы заработали с вами. Так, что здесь? Хозяйство. Огород, да, можем тебе сделать? Здесь у нас есть огород. Здесь у нас огорода вроде нету. Давай сюда огород добавим. Все, шикарно. Будет два огорода. Так, разнообразие. Сюда нужно будет потом... Давай, блин... Давай сюда огород добавим. Все, пока ничего не могу. Здесь у нас козы, куры. Это снести типа, да? Так, оно надо посмотреть. Надо посмотреть, если я сейчас нажму. Да, оно сносит его, отлично. Тогда тебе огород. Вот сюда, вот так вот. Все, занимайтесь. Тебе добавим куру. Тебе добавим куру. А всем остальным козочек, наверное, добавим. Ну, либо тоже кур. Посмотрим. И главное, чтобы и хватало. Ага, овощи 9 есть. Овощи 10 есть, хорошо. Давай, наверное, тебе тоже огород, да? Сколько ты стоишь? 15. Блин, не хватает. Так, что по поводу кожи? 20 штук, а сколько у нас хранится? Сколько у нас хранится всего? Кожа 20. Можешь кожу тоже продавать? Хотя, давайте, наверное, кожу сохраним для наших жителей. Ничего продавать пока не будем.
Ну да. Так, топлива всем хватает, кроме одного человека. Так, ну на дровах у нас есть, тут есть. Здесь тоже торгуют. Это мне не надо. Кожа, бар. Угу, отлично. Ну, я думаю, в принципе, на этом можно серию заканчивать. Начало у нас уже положено. Потихонечку мы с вами справляемся. Потихонечку наша деревня с вами растет. Ага, вот и огород, и все. И капусточка, и морковочка, да? Потом можно будет улучшать это все. И смотреть, что нас там ждет дальше. Так что все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, да потом. И советую вам самим поиграть в эту игру. Реально прикольненькая. Так что все, всем да потом, ребята.